Каждый православный петербуржец знает дорогу в церковь Смоленской иконы Божьей Матери. Это один из древнейших храмов северной столицы, построенный в камне в конце 18 века. По преданию, святая блаженная Ксения Петербургская участвовала в возведении церкви. Нынешний ее приход во главе с настоятелем протоиереем Виктором Московским продолжают строительные традиции. Община восстанавливает близлежащий храм Воскресения Христова. Этот труд благословил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Владыка совершил в храме всеночное бдение. Церковь Смоленской иконы Божьей Матери находится на Смоленском кладбище и издали похожа на корабль, что очень символично. В церковь заплывают, как к спасительной пристани из Житейского моря. Внутреннее убранство располагает к молитве. Красивые старинные иконы с образами Божьей Матери, святых, утешали и утешают не одно поколение христиан. Клирики храма во главе с митрофорным протоиереем Виктором Московским и все труженики церкви составляют большую крепкую семью, соединенную братской любовью и хранящую добрые традиции. Этот приход посетил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. По окончанию всеночного бдения владыка в своем слове напомнил, что Евангелие должно быть нашим руководством жизни. Жизнь – это и есть путь возвращения нашим в Отечество Небесное. И Господь зовет нас всех к совершенству, к святости. Какими бы знаниями на земле, помимо Бога, не обладали, они для нас ничто. Потому что они ничего нам не принесут в Царствие Небесное. Поэтому Господь и просит, чтобы мы посмотрели на себя, на свою жизнь. Он пришел, открыл нам Царствие Небесное, открыл нам все, что мы должны знать о той жизни. И к этой жизни в будущем мы должны стремиться. Владыка в Арсенофии поблагодарил за труды настоятеля храма протоиерея Виктора Московского, сугубо благословив его завершить строительство Воскресенского храма, который располагается перед Смоленским кладбищем. Своему настоятелю во всем помогает приход. Дело нашего прихода – воссоздание Воскресенского храма. То есть, конечно, на это полагаются все силы, и дай Бог здоровья всем спонсорам, которые наши благодетели, которые, в общем-то, полагают на это свое время, свои труды, свои средства. И, конечно, это колоссальный труд, который, слава Богу, вот владыка сегодня отметил. Приход очень хороший у нас, замечательный, дружный, и все как-то вот единая семья. Все благодаря настоятелю, конечно, отцу Виктору, потому что он, вокруг него все это, вокруг него, то есть он умеет собрать людей, он умеет как-то вдохновить людей, конечно, это его заслуга прежде всего. Особое внимание уделяется в приходе Смоленского храма духовно-просветительской деятельности. Действует воскресная школа для детей, иконописная мастерская, проводятся еженедельные беседы в церковной школе по изучению православного катехизиса, богослужения и истории церкви. Храм открыт ежедневно.